Привет, друзья! Про холстики пару мыслей. Сейчас мода пошла использовать пленку, ложить на рамки. Ну, типа там сохраняется тепло и так далее. Ну, не знаю, там какое тепло пленка сохраняет. Вот, но пчел вы лишаете прополиса, когда кладете эти пленки или там в пластиковых ульях. Какие-то там подкрышники, значит, тоже без холстиков. Вот посмотрите, видите, какой слой прополиса. Прополис — это природный антисептик. Вот, особенно по осени я замечаю, вот у нас тут кедрушки растут, вот там вот, и вот осенью подходишь под кедр, он гудит, пчелы берут смолу и делают из нее прополис. И вот эта аура прополиса, а прополис — это природный антисептик. И вот эта аура от прополиса, она расходится по улью и угнетает, значит, все болезнетворные бактерии, клеща угнетает в том числе. Вот. А используя пленку, вы всего это пчел лишаете. Поэтому чем старее холстик, чем больше на нем прополиса, тем он ценнее, особенно в зиму. В зиму надо ложить именно сильно запрополисованные холстики. Стирать их не надо. Нет на них никакой заразы, это точно. Потому что прополис, он каждый год разный. То есть все эти бактерии и вирусы под него подстроиться не могут. Как природа разная каждый год, так и прополис каждый год разный. Поэтому не используйте пленку, используйте именно холстики. Ну, такие, материал поплотнее надо, наверное, выбирать. Двухнитка там какая-то, трехнитка, может даже брезент какой-нибудь, чтобы пчелы не могли его прогрызать. А именно прополисовали. И ваши пчелы будут меньше болеть. Всем пока!